общая энергетика души. Из практических изысканий отрывок. Велика мудрость Создателя, и ничто не может с ней сравниться. По Его великим замыслам все в нашем мире сотворено так, чтобы не исчезнуть бесследно. По энергетическим показателям человека можно судить в некоторой степени о стиле его поведения и характера. Если у человека за душой накоплено 100-120 условных единиц энергетики, то о таком человеке можно сказать, что он недавно вышел из животного царства. Минимальный энергетический уровень, с которого человек начинает формировать самого себя как личность и способен уже бороться за свой духовный рост, начинается со 125 единиц. Возможности энергетического уровня не следует путать с возможностями интеллекта человека на данной ступени развития. Люди, имеющие общую энергетику души 200-300 единиц, более развиты интеллектуально. Они еще погружены в материальный мир, однако чувствуют потребность в развитии интеллекта, стремятся к знаниям, хотя при определенных условиях могут поддаваться и низким страстям, но потом раскаиваться в содеянном. У них уже работает чувство самоанализа. Конечно, соблазнам можно поддаваться и при высоком энергетическом уровне, например, в 400 единиц, если человек еще недостаточно устойчив, но при этом меняется характер соблазнов, они утончаются, делаются более завуалированными, тонкими. Например, для уровня 120 будет не искушением читать детектив, это его путь развития, а для уровня 400 детектив – это уже искушение, потому что такой человек должен читать уже только научную или духовную литературу. Люди с энергетикой 300-390 единиц, как правило, имеют сильную духовную тягу ко всему необычному, к чудесам, исследованиям аномальных явлений и прочему. Люди с энергетикой 400-490 единиц весьма далеко ушли в своем духовном развитии от обычных людей. Их поведение уже неадекватно и расценивается средними людьми как «не от мира сего», в кавычках. Потому что вопросы, которыми занимаются люди данного уровня энергетики, непонятны для окружающих и поэтому часто вызывают их осуждение или просто неприятие. Люди подобного плана уже достаточно оторваны от материального мира. Это или йоги, или духовные учителя, или контактеры, или люди, ушедшие в религию. Перейдя уровень 500 единиц, такие люди могут покинуть землю, а могут и продолжить развитие здесь же, по своему желанию. Они могут явиться в качестве духовного учителя или пророка.